Эпидемиологическая ситуация в стране с каждым днем набирает обороты. В связи с этим вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно. Свою инициативу она озвучила на заседании Президиума Координационного совета по борьбе с коронавирусом. Президент Владимир Путин поддержал это предложение. А вот в Нижегородской области выходные дни начнутся уже с 25 октября. Спросим, что думают по этому поводу саровчане. Да нет, конечно, мне кажется, в выходные люди, наоборот, куда-то в общественные места пойдут отдохнуть с семьей. Поэтому, наверное, личная гигиена поможет, защита, не знаю. Ну, маски, мне кажется, вряд ли помогают. Но, на мой взгляд, это не поможет. Ну, общаться все равно люди будут крутиться, правильно? На праздники тем более будет. Магазины, это все. Еще больше будет народу, мне кажется. Так что я считаю, что не совсем это правильно. Лучше оставить как есть. Мне кажется, зря это все делается. Народ сейчас старается куда-то уехать. Опять все поедут в поездки, и будет еще больше больных. Я так считаю. У людей иммунитет поднимется, я не знаю, ковид уменьшится. Какая разница-то? Никак. Ну, раз люди болеют, значит, должны все-таки отсидеться дома какое-то время и дать возможность другим не заболеть. Я думаю, что нужны девочки. Ну, а народ все равно куда-то пойдет, правильно? Все равно будут общаться, ходить друг к другу в гости, никуда не денешься. Не знаю, я думаю, что нет. Это будет действенно только тогда, когда люди будут соблюдать правила и требования, которым это установлено. То есть не совершать никаких этих массовых мероприятий, в общем-то, не выезжать за пределы, так сказать, своего дома, своего города. Потому как, видите, как слышишь и видишь, что люди готовятся, закупили билеты. Это бессмысленное тогда явление. Ничего хорошего особо в этом нет, потому что экономика довольно в таком тяжелом состоянии, и люди очень долго вкатываются в праздники и выкатываются из них. Поэтому мне кажется, что нужно быть просто более дисциплинированным, потому что в такой ситуации нам еще очень долго жить. Нужно. И не пускать вот такие учреждения, чтобы никуда не ходили, не распространяли. Власти отметили, что нерабочие дни – это не повод собираться большими компаниями и уезжать в отпуска. Такие меры направлены прежде всего на то, чтобы соблюдать режим самоизоляции. А вот большинство опрошенных саровчан считают, что продление выходных дней может только усугубить ковидную ситуацию в России.